Как скажете, сэр? Потому что если ты сейчас тут сразу станешь, ты вот тут мне высыпешь, вот. А если одно спущусь, оно полпучит. Я знаю. Тогда пусть дальше спрыгивает. Чтобы она такая же была прочная. Это будет сильно скользко, люди будут падать. Не-не, она скользко не будет, она специально сделана, чтобы не было скользко. Идем, я вам покажу. Покажите. А скажите... Это настоящий украинский гранит. А откуда привезен? Апостолский район Запорожской области. Там изготавливают такой гранит, да? Да. Он, смотрю, разного цвета или он одинаковый? Да, разного цвета. А каких цветов? Лабрадорит там темный, а это токовский, там на место рождения. То есть здесь используем все только украинские материалы. У нас там только будет баночка клея $150 итальянского. Что мы используем? Поддерживаемся нашего производителя. Да. Именно по покладке плитки? По благоустройству памятника Ку-Ин-Джи. Конкретно вы выиграли тендер, да? Что еще в благоустройство памятника входит, кроме вот этого отечественного гранита? Реставрация памятника стел. А что на стеле будет? Там трещина. Мы ее заделаем, чтобы ее не было, не прогрессировала она. Вы специализируетесь специально на памятниках стараться? Да, на фирму по мрамору и гранит. Очень понравилось. Очень хорошие люди, отзывчивые. Вчера приехали, нам уже увидели, что там происходит. Мы же не могли садиться песок еще, как его называется, это шлак, или как его называется? Это шлак. Металлического комбината. Вам, это реально шлак, да, который вам привезли? Да, да. Я осыпаю, да, Боря? Мы такие надежды, что вы будете посмотреть.